Если у вас железодефицитное анемия, если вы хотите поднять железо, возьмите яблоко. Возьмите яблоко и новые гвозди. Прокопите новые гвозди. Потом вынуть из воды, поставить на несколько часов. Понятно вам? А потом, когда они ржавчина будет, немножко поржавеет. У меня гвозди нет, я втыкнула в яблоко. Несколько. Чик-чик-чик. Втыкните. Вечером сделайте, а утром гвоздь убрать, ешьте это яблоко. Понятно? Это первое. Второе. Обыкновенный металл, натуральный металл. Возьмите, раскалите как красный-красный. Раскалите. А потом в воду, обыкновенную воду, гасите. Это называется вода-кузница. А это вы пейте эту воду кузнеца. Понятно? Там внутри много-много железа. Просто натуральный надо, металл надо. Хороший такой, новый. Понятно? Еще крапива при железнодефицитном анемии. Пейте. Хорошо?